Всем привет! Меня зовут Батвей, а это мой брат Сава. Привет! У меня был день рождения, и друзья мне подарили кое-что интересненькое. Это набор распорки динозавра. Попробуем новое! Я буду палеонтологом. Ну что, посмотрим, что внутри. У палеонтологов есть специальный инструмент. На, Сава, подержи. Это, оказывается, инструкция. У нас есть все необходимое для раскопки динозавров. Останки нашего динозавра остались в земле. Вот они. Открываем. Надо быть очень аккуратным. Останки в земле хранятся миллионы лет. Сава, давай зубило. Папа. Еще чуть-чуть, и мы все останки увидим. Зубило очень острое. Ну что, готовы? Мы раскопали кости динозавра. Сейчас восстановим его скелет. Это череп открывается. Готово! Такие скелеты хранятся в больших музеях. Быть палеонтологом сложно. Очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мое следующее видео. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.